Всем привет, дорогие мои, с вами Клунова Аня, проект Faberlic Online, и в этом видео мы с вами поговорим о моем заказике. Так, ну еще один каталог пришел. Кто еще ни разу не был зарегистрирован в компании, то можно зарегистрироваться с 20 февраля по 5 марта 2023 года и забрать подарочек, вот такую палетку наливных помад. Я ее вам делала обзор, она реально классная. Вот эти вот карандаши, они тоже реально классные, я их вообще обожаю, я их заказываю постоянно. В общем, новичкам в этот раз очень сильно повезло, суперские подарки. Также нас ждет с вами мега акция. Чем на большую сумму мы купим, тем у нас больше будет шансов получить карточек «Твой бонус», который мы будем активировать или дарить своей структуре, в принципе, что не важно. Вот, и тут получается, что на счет в личный кабинет мы можем выиграть 1000 рублей и потратить ее на гель для душа, на средства гигиены, на витамины, на что хочется. Также 150 сертификатов будет разыгрываться. 1500 ароматов новых наших Шанти. Я вам говорила, что от него без ума, он очень вкусный. 15 наборов косметики Faberlic. Это под секретом. Но они, я думаю, будут очень большие, потому что они равносильны стоимости смартфона. Я думаю, что вот эти вот наборы косметики, они будут очень крутые. И самый-самый главный приз — это 15 поездок на спа-курорт Балтийского побережья. Ой, я вообще счастлива. Очень классный розыгрыш и очень классный аромат. Ну что ж, кроссовки, во-первых. Заказала я себе повторно вот такие кроссовки. Артикул 886-140, размер 38. Кроссовок белых много не бывает. Вот такие вот красавчики. Мне все нравится. В них ходить легко, удобно, клево, классно. Даже зимой удобно. Потому что подошва толстая, где-то что-то выбежать в такси, там до торгового центра, вообще шикарно. Я даже зимой в них могу, если вот выскакиваю из дома в машину, из машины в торговый центр, могу даже не одевать зимнюю обувь. Очень удобно в кроссовочках, вот в таких качественных, хороших, легких, суперских. Так, далее футболка мне пришла, артикул 534-881, цвет белый, размер 146, 100% хлопок. Сейчас Викуська вам ее продемонстрирует. А я пока что ее вам так просто разверну. Очень красивая. Ну, тут классно так все сложено с бумажкой. В общем, она идет с капюшоном. Капюшон такой двойной, плотный, с мишками. Красивый. Думаю, уже уханькали, уже она не отстирывается. Но ей уже больше года, как вы помните, это вышло. И вот именно вот эта белая нам понравилась больше всех. И мы заказали еще раз вот с этой спандочкой. Дальше нам пришел еще один нейропротектор. Потому что те нейропротекторы, которые я по две штучки заказывала, по три в итоге я заказала. Один комплект у моих родителей, один комплект у моего врача. И один комплект мы уже скоро будем допивать. И нам мало. Поэтому заказала пока одну штучку. У меня опять более 1000 баллов личного заказа, поэтому уже начинаю все удалять и стараться уже много не заказывать. Это самая классная штука, с которой нужно начинать вообще знакомство с компанией Чистотой, с пептидной компанией Чистотой, которая присоединилась к компании Faberlic. Обратите на нее внимание, стоимость у нее, конечно, не низкая, 3300 рублей. Угу. Вот, это, конечно, да. Но он делает то, что не может сделать ни один бат, можно даже так выразиться. Знаете почему? Потому что он рекомендуется для стабильного эмоционального состояния, для профилактики заболеваний нервной системы, для преждевременного старения, для нормализации и обмена веществ и улучшения иммунитета. То есть вот это самое-самое наше главное, чтобы не стареть, не болеть и быть спокойным. Ну, об этом сейчас мечтают все. И, конечно, мой врач, когда увидела состав, ну, тут, конечно, пептид-комплекс Signum 15 есть в составе, экстракты различных трав, сейчас я вам увеличу, экстракты различных трав и так далее, очень-очень крутой состав, поэтому обязательно смотрите. Signum пока только в России, с 90 капсул по 300 миллиграмм. Обратите внимание на эту красоту. И что еще хочется сказать, мои хорошие, очень многие жалуются, что в их стране это нету. Лидеры разных стран пишут: подождите, всегда вот эти вся бумажная волокита, она занимает, к сожалению, много времени, очень много времени. И я вам могу сказать, что тут не компания виновата и не компания не дает, а просто пока вот эти все инстанции проходишь на одобрение какого-либо БАДа, препарата, витамина, это действительно занимает много времени. И еще в каждой стране свои законы. Поэтому тут остается только ждать. К сожалению, только так. Дальше. Вот такая вот зубная паста детская. Я ее попробовала. 3+. Так, сейчас я вам покажу ее. Такая вот светленькая, хорошо пенится, не густая, не жидкая, то есть, ну, такая хорошенькая паста. Артикул 2886. У нее яркий какой-то вот бананово какой-то мятный вкус, очень такой интересный, оригинальный. Я, конечно, удивилась, вкус такой нежный, мята совсем чуть-чуть. Больше, конечно, такой вот сладкий банан,
честно скажу, мне не понравилась она. Викуся, конечно же, с радостью. Я вот эти все фруктовые пасты. Я люблю свежесть, легкую, мягкую свежесть. Мне тут не очень. Дальше я заказала все вот эти соли. Я так понимаю, это тоже будет выводиться из ассортимента. Потому что, к сожалению, я не нашла соль обычную, без добавок различных, да, без приправ. Вот, я заказала норвежскую для рыбных блюд с артикулом 160-43. Обычную я не смогла заказать. Но мы сейчас заказываем морскую соль. Может, у нас морская соль с вами появится, да? Я тоже думаю, здорово будет. Соль шикарная. Так, прокладки. Это идут дневные прокладки. Их тут 10 штучек в упаковочке. Они идут с анионовым чипом, который обладает, естественно, антибактериальным дезинфицирующими свойствами. Что могу про них сказать? Артикул 112-89. Они крутые. Они суперские. Они классные. Они до такой степени клевые, что я даже не знаю, как их описать. Я ни одних таких прокладок, вот когда у нас был период, и их не было в наличии, в магазине не могла найти. Я покупала в 3, в 4 раза дороже прокладки. Но эти самые надежные, самые лучшие и самые классные. Самое комфортное, кожа дышит, мне в них хорошо. Я их прям обожаю, поэтому пробуйте, пишите свое мнение, кто уже знает про них. Я думаю, это супер. Дальше, новинки. Впервые на моем канале носки «Женские сердца», две пары. Тут у меня 36-38 размерчики. Они подойдут в подарок как на 8 марта, как просто в знак внимания подойдут на подарочек. И вообще просто так купить и сказать «Я тебя люблю» лишний раз, будет здорово. Плотненькие, хорошенькие. Вот сердечко таким образом сшито. Следочки тоже плотненькие, качественные. Вот знаете, как у нас были лав носочки? Так вот у меня ребенок вырос, а носки так и не продырявились. Вот такое качество. Я вижу, что тут такое же классное качество. Они высокие. Их тут идет две пары. Один такой бежевый меланж, я бы так выразилась. Бежевый меланж. А вторые какие-то вот молочный меланж, наверное. Они идут немножечко посветлее. Такие, видите, тут полосочки. Вот это у нас идет артикул 820-615. И на зип-замочке. Тоже очень хорошенький такой подарочек. Так, это у нас точь-точь такие же носки. Тоже 36-38, 820-615. Так, это у нас идут носки женские в горох. Тут уже идет три пары. Артикул 820-617. Ну, давайте смотреть гороховые носки. Так, посмотрим. Ну, это маленькие такие вот следочки. Так, тут у нас... Ага, тут у нас нету вот этой клейкой штучки. Ну, тут, скорее всего, они с ноги спадывать не будут. Да, то есть такие вот хорошенькие, розовенькие. Вот. Носочки невидимки, как их любят называть, и беленькие. Да, обычные такие, классические, хорошенькие. Так, это у нас... Я все заказала по два, потому что у меня мамулька живет с папулькой, я ей носочков таких пошлю. 36-38, тоже 820-617. И далее одни я заказала побольше размер. 39-41. Мама просила побольше. Вот, я ей взяла 39-41 попробовать. Но мне кажется, они ей будут велики. Тут 39-41, 820-614 размерчик. Вот такие вот они. Прямо хорошенькие такие оттеночки. Очень хорошенькие. Вот такие хорошенькие. И 820-613 в размере 36-38. Упаковка шикарная. Можно положить деньги в подарок, да, в эту упаковку и носочки. Давайте сравним размер. Вот если тут брать отсюда до сюда, то да. Вот разница такая немаленькая, как вы видите. Комфортно будет всем. Действительно, собрано размер в размер. Далее я заказала приправу. Приправу у меня тоже, как и соль, много что купили. Но она пока есть, я ее заказываю. Нравится, классная, вкусная приправа. Приправа со средиземноморские травы 16-136. Видите, прям такая натуральненькая, хорошенькая. И приправа для свежих овощей 161-33. Все вот прям такое хорошенькое, так клево оформлено. Мне прям нравится. Это тоже для свежих овощей. Дальше. Чай для похудения. Я его заказала много. Мне пришло 3 коробки. Но вы видите одну. Я уже ее профильтровала. Потому что 10 штук одного и того же показывать смешно. Вот этого как раз было 9 штучек. Любимый чай моего мужа. Он ему очень нравится. Это чай для похудения. Артикул 157-15. Мне же он не очень нравится. Он слишком сладкий. Я бы хотела меньше, чтобы было сладость. Это обычный порошочек.
что-то типа чайного напитка. Чай у нас остался, к сожалению, только один, только такой, но мы его пьем, апельсиновые тропики. Маме он очень понравился моей, поэтому ей я в подарочек его обязательно отправлю. Артикул 16014. Дальше прокладочки ежедневные. Я их тоже взяла, по-моему, штучек 10. Артикул 112.88. 20 штук этого вообще добра лишнего не бывает. Так, дальше. Очень классная линейка. Мне она безумно нравится. Я ее рекомендую всем блондинкам. Два я заказала интенсивных масок для нейтрализации желтизны осветленных волос. Артикул 27.12. Очень хорошо работает. Она прям, видите, такая синяя, сине-фиолетовая. Очень хорошо убирает желтизну, делая девчонок такими, как даже сказать, пепельными, что ли. Красивый такой платиновый блонд получается, супер. Дальше это восстанавливающий бальзам для осветленных волос, артикул 27.11. Тоже очень-очень нравится, потому что он нежный, классный, но он, видите, какой густой. Он вообще нисколько не течет. Вообще нисколько. На волосах держится классно. Аромат у него очень такой легкий, приятный, не бьющий в нос. Поэтому я прям кайфую. Ну и, конечно, мой фаворит шампунь. Беру его всегда с собой во все поездки, везде. Артикул 2710. Это тоже для нейтрализации желтизны осветленных волос. Классная штука. Просто супер. Вот кто-то говорил, ванну заморал, не мог отмыть. У меня все отмывается. Плитка, ванна, где что не ляпнула. Далее заказала по 10 штучек кофе «Добрый день». Кофе растворимый. Артикул 16049. Тут идет больше содержания натурального кофе и обычного кофе, сублимированного. То есть тут в перемешку идет кофе. А тут нету уже кофе, который нужно заваривать. Тут просто сублимированный утро. Тут идет длительная бодрость. На этом кофе, а на этом кофе идет мягкая, легкая бодрость. Получается, кофе уникален. Кто любит кофе, но ему его нельзя, вот этот кофе можно, получается. А вот этот нежелательно тем, кому кофе запретили. 16.048. Далее, очень любим кетчупы классические, которые идут без ГМО, без крахмала, без сахара. Очень их любим. Они идут с солью с пониженным содержанием натрия. Тут также идут в составе полезные пищевые волокна. Артикул 160.50. Это мы так просто его едим. Так просто его едим. Тоже я всегда по 10 штучек беру, потому что пару раз в каталог заказываю, ребята везде его льют. А вот этот кетчуп шашлычный, его никто не ест, он никому не понравился. Ну, мы и магазинский не очень любили. Нам и магазинский не очень понравился, поэтому, то есть, вот тут выводы тоже не делайте. Но в пицце он обалденный. Мы печем домашнюю пиццу на безглютеновой муке псилиумом. Артикул 16.051. Обычную муку мы не используем. И такое вот мыло я увидела в распродаже, поняла, что BSC уже скоро пропадет, и заказала еще себе 5 штучек такого мыла, потому что очень оно мне приятно, оно мне очень-очень нравится, и я прям его обожаю. Удобно, удобно, клево, классно, дорого-богато, как я люблю смеяться, говорить. Смотрится вот такой вот небольшой заказик, но позиций было много. А сейчас я вас приглашаю в мои пустышки посмотреть, пустые баночки. Так, ну вот и пустышки целые, господи, я не знаю, с чего начать. В общем, давайте начнем вот с этих пакетов. Начали пить хлореллу и спирулину. Это очень мощная штука, у него чистейший классный состав. И, конечно же, мы очень довольны вообще, потому что тут есть водоросли сушеные, прессованные водоросли сушеные, хлорелла. И это очень-очень полезно. Тут огромное количество минералов, микроэлементов, артикул 157.57. Пить можно по 5 штучек прямо в день. И самое-самое классное, что тут их очень много штук. Так, а сколько их тут штук? А, 200. Их тут 200 таких вот зеленых таблеточек. И они очень-очень полезные. Вообще нужно зелень кушать. Так, далее чай. Как раз-таки чай ему уже закончился, 157.15, но он его очень любит. Чуть-чуть Вика покашляла, и мы немножечко все, поэтому мы пропивали в этот раз чай. Этот антипаразитный сбор пропила лично я. Ну, что могу сказать, пакость горькая, но это надо. Это надо для организма. Потом, значит, мы пили полынь, пижму и кору крушины. Заваривали 3 раза в день по 200 мл. Кора крушины 3 столовых ложки, остальное по 2 столовых ложки. Тоже очень хороший эффект, очень хороший результат. И худеете сразу килограмм на 7, потому что в организме много всякой пакости. Ну и вот этот антипаразит, его тоже нужно пить. Артикул 156-68. В общем, почистилась я конкретно. Легкость такая, классно так. Мне очень понравилось. Олива, противовоспалительный травяной сбор. Тут листья оливы, трава и лист перечной мяты. Артикул 157-50.
50. Бронха. Частенько завариваю папе своему, он пока у меня живет. Мы у них делаем ремонт, решили родителям подарить ремонт на Новый год. У мамы тут день рождения будет, у папы. В сентябре был день рождения, мы ему просто подарили глюкометр. Он, не, мне ничего не надо, мне ничего не надо. Потом мама говорит, ему глюкометр нужен, ну мы привезли ему. Бредит вороторная, знаете, вот все какие-то такие мелочи. А тут мы им диванчики новые купили, шкафчик заказали, новую кухню им заказали. И ремонт, полностью ремонт трехкомнатной квартиры. Они живут с Татьяной, с сестрой, с моей старшей сестрой. И она сама там делает себе ремонт. Я мастера наняла, и мужа у Ирины Тихоновой, да, у Рубинового директора, и он там уже делает родителям ремонт. Хочется такой вот классный им подарок сделать. Мама начала обдирать обои раньше времени и привезла папу, он весь хрипел. Он весь хрипел. Он же всю жизнь токарь, сварщик, фрезеровщик. Ему 76 лет. Он был парализован. И, конечно же, ну, он сам ходит, все, в туалет, сам себя обслуживает. И, конечно же, с легкими-то тоже как бы у него уже не так хорошо, потому что вот мы его сколько раз везде возили на глубокие обследования, везде показывают тяжелые металлы в легких. Потому что токарь, слесарь, фрезеровщик – это железо, это тяжелые металлы. Он точил вот эти все детальки, вот это все. И еще сварщиком он работал. Еще в котельной работал на фабрике большой. Мы его прям вот этими чаями вытащили. Без всяких таблеток он перестал хрипеть. А врачи, а что врачи? Напрописывали опять кучу таблеток. Мы эти все таблетки ему отменили и напрописывали своей травы. И мужик у нас выздоровел без всяких побочных эффектов. Очень классная штука вот этот бронха 156-69. Вот видите, прям он у нас за месяц вот столько выпил. Потом 157-70 иммунити он пропил. И энерджи я ему начала заваривать, потому что, сами знаете, иногда бывает после перенесенного заболевания какая-то слабость, какая-то апатия, что-то такое, вот знаете, нехорошее, какие-то мысли нехорошие в голову. А вот этот именно, вот этот состав, он тонизирует и хорошее настроение дает. Видите, какой классный состав. Артикул 157-51. Во всех пачках идет 21 фильтр, пакетик по 1,5 грамма. Можно один пакетик заваривать, можно два. Мы его еще этим чайком пропоили классным. Так, это начала пить я. Тут 30 порций на 30 дней, но еще буду пить. Я еще не допила. Мне врач сказала, давай, пора пить траву. Я все прекратила, сейчас пью траву. После травы снова как мероприятие проведу. Наше в Кировское бизнес-практикум. Как проведу мероприятие, сразу же возобновлю Доброген Актив. 157-29. Шикарная штука. Я прям уже чувствую прилив сил и энергии. У мужа тоже начали ноги болеть то там, то тут. Потому что он много, очень много ходит. Он каждый раз жалуется, говорит, я сегодня столько прошел, мне сегодня так устали ноги и все такое прочее, что, ну вот, что делать. Тоже пусть пьет Доброген Актив. Далее псилиум, шелуха подорожника. Я надеюсь, он у нас никогда не закончится. Мы на нем печем хлеб. Хлеб получается просто суперский. Наивеликолепнейший хлеб. Артикул 157-64. Вместо всяких глютеновых пакостей. Вот это. Ну, я вам жаловалась, что я располнела. И, конечно, минус 4 пачки коктейля за этот месяц у нас ушло с мужем на двоих. Так получилось, что я набрала 4 килограмма. Помните, я хвасталась, что я на wellness скинула 14. Тут встаю на весы, а я уже не 94, а я уже на 4 килограмма больше. Я так расстроилась. Ой, 94, говорю, 84 килограмма стало. И я, конечно, думаю, господи, как так, откуда? Так незаметно попа прибывает, когда себя любишь. Это кошмар просто. Да, но любовь к себе бывает разная, поэтому я решила вот так себя любить. Кстати, сладенькое, после него сладкого вообще не хочется. Он очень сытный. Я вам сколько раз рассказывала, я пью двойную порцию на воде. 98 калорий, одна порция. Можно принимать на завтрак, на обед, обычный обед, допустим, выпить, а на ужин снова его вообще нисколько после него кушать не хочется. Артикул 157-37, банановая вкуснятина. Так, клубничная вкуснятина у нас получается идет с артикулом 156-51, две пачки. Так, это опять что ли банановая вкуснятина? Да, 157-37, банановая вкуснятина. Ну что ж, поедем дальше. Во-первых, у нас очень много закончилось опять-таки кораллового кальция. Это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды с артикулом 157-30. Очень много о нем мы говорили. Каждый раз повторяться, конечно же, не буду. Далее закончилась просто гора кофе. Интересные, да, сегодня пустышки получились. Такой круговорот продукции Faberlic в природе. Кофе вот добрый день, доброе утро. Вы уже артикулы видели. Очень жалко, что нашего любимого чая больше нет в наличии. Очень прямо жалко. Я думаю, что они, может быть, что-то новенькое будут разрабатывать. Вот про эту соль уэльскую я говорила, что обычной соли почему-то не стало. Я тоже расстраиваюсь из этого. Ну, не знаю, мужик не так привыкли, просто мы все на ней готовим.
Так, вот такой чай еще закончился с ломтиками ананаса, кокосом, тминами, чио. Артикул 160-35. Также правильная приправа для ароматного мяса закончилась 161-34. 161-33 закончилась для свежих овощей. Вот и она мне больше всех нравится, она самая-самая вкусненькая. Вот такая груда. Дальше мыло для кухни, устраняющее запахи, с артикулом 302-13. Лесная земляника. Ой, даже хочется вспомнить вкус. Ну, слушайте, приятная, приятная такая, но такое чувство, что это какой-то, не знаю, компот, что ли. Такое, не свежая земляничка, но приятная, молочная, можно так выразиться. Так, дальше. Еще откуда-то, не возьмись, батончики нашли, съели. Я смотрю на срок, они уже в просроке. Я говорю, ёпстудей, ребята, говорю, в декабре 22 года вышел срок, вы едите. Ой, что будет за месяц? Ну, вроде никому ничего не было. Их уже в наличии 100 лет, нет, они нашли и съели. Я говорю, это где вы нашли? Ну, вот где-то какие-то залежни. Очень хочу похвалить концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин. Хватает на 4 раза, потому что тут 4 капсулы, артикул 302-59. Далее кетчуп классический, вот как раз-таки мы про него говорили. Ну, вот это где-то примерно за месяц ушло в семье Коновых, причем я кетчупы вообще практически не ем. Я их ем, только вот начала кушать в этой в пицце. Вот, наверное, доготовили пиццу-то, ага. Без глютена, а калории-то что, ого-го. Артикул 160-50. Очень жалко, что биокапсул для посудочной машины больше нету. Хонгном Грин для нам, они, конечно, нравились больше тем, что их не надо было чистить каждый пакетик. Вот сейчас таблетки для посудомоечных машин все-таки мы выбираем биоразлагаемые, экологически чистые. Я не хочу из магазина фосфатные вот эти все вредные штуки. Артикул 3-0-0-60. Наши новые таблетки. Недавно мы разговаривали с лидерами. У нас была крупная, большая фотосессия. Просто огромнейшая фотосессия, длиной 6 часов. И там мы разговорились про вот эти биокапсулы для посудомоечной машины и вот про эти. И одна говорит, что от них остается белый налет. Ребята, у меня ни разу не оставался никакой белый налет. Может быть, от машины зависит, я не знаю. Но тогда у меня белого налета не оставалось, когда еще вот этих не вышло. Машина была абсолютно новая. Сейчас машина старая и налета нет. Ну, нет налета, все хорошо, я как мыла, так и мою. Она моет все виды посуды, очищение и блеск дает, все функции в одном. Также машинку очищает, но мы все равно соль решили подсыпать, потому что машинка уже старенькая, ей 2 года. Мы решили, что пусть живет долго и счастливо она с нами. Далее есть витамин D3 2000 международных единиц, артикул 157-77. Вот этот мы больше не берем, потому что одна капсула равняется 200 международных единиц. Это очень мало. И чтобы скушать, например, для вот таких 2 штучки, 4000 я ем за завтраком после еды. Их нужно кушать после еды. Это мне надо 20 таких выпить, представляете? Поэтому я не стала. Я больше не стала такие брать. Дальше сильный иммунитет. Мы его пьем вместе с омегой, но тут ко всему есть и хиноцея, и ультралист. Артикул 81-13. Очень, кстати, стоящий. Мой врач похвалила состав. Дальше Q10 пропили, 157-23. Кардиосуппорт. Ну, что могу сказать? Какая-то энергия появилась, легкость, счастье какое-то. Вот именно с этих молекулярных БАДов какое-то такое, вот знаете, желание жить. Я их пила комплексно. И вот это вот просто наипрекраснейшее, понимаете, вот ощущение того, что, блин, ну вот оно как может быть, вроде бы все было хорошо, а тут еще лучше, еще круче, вот мне понравилось. Это кардио, его можно пить, в принципе, всем после 30, кто пьет кофе, чай, кто пьет мало воды, в общем, кто, например, имеет какие-то еще вредные привычки похуже, кто живет в центре города, в принципе, всем для профилактики его можно пить. У этого артикул 46-765. Кардио очень крутая штука. Ну, тут вы аннотацию увидите. Далее, это иммуномодулятор Форте. Иммуномодулятор Форте, артикул 46-754, тоже довольно-таки крутой состав. Тут и железо, и витамин С, и витамин D. Также идет куркума, экстракт куркумы, фукуса, бета-глютаны, глютены. Вот, смотрите, глюканы, простите, не то опять говорю. Смотрите, вот когда человек начинает болеть, его можно хлопнуть штуки 3, и уже не факт, что разболеется. Ну, смотря тоже, какой мощности вирус и в каком состоянии человек на момент принятия всяких вирусов. Артикул 46-775, это у нас либеровером. На сайте он подписан как антипаразит, тоже очень сильный суперский состав. Когда особенно начинаешь болеть, он подавляет рост патогенной микрофлоры, потому что патогенная микрофлора очень любит расти, когда человек ослаблен и заболел, поэтому их надо пить тоже обязательно. А лучше пить на постоянной основе, курсами пропивать, излечивать
стараться избавляться от всего, чтобы не было потом проблем. Витамин С плюс цинк, 157,89 артикул, но стресс Викуське приходится давать на ночь, 157,25, что-то она у нас теперь кусаться начала. Дралась, сейчас закусалась. Так, это у нас D3, это у нас живица, Викуська ее пьет. Пихтовиту Вика отказалась пить. Ей врач прописала, она отказалась, вообще не хочу, не буду. Она такая красновато-сосновая, и мы сейчас будем пихтовиту пить сами, как кончится цитовир. Я ей заказала 5 штук, думаю, пусть полгодика пьет эти капельки, пусть будет всегда здорова. А она нет, и все, нет. Зато живицу от нее мы прячем, потому что она может полбанки в рот засунуть и ходить жива счастливая. Как? Это невозможно. 157,28, но в принципе мой врач сказала, что нормальная полноценная замена. Нормальная. Я говорю, ну окей, хорошо, пусть пьет живицу. Ничего страшного. Омега-3 Форте, 157,79. Омегу-3,69 я вам уже рассказывала, мы больше не заказываем. Омега-3 Форте. Детский тоже мы не заказываем, потому что его надо пить аж по 6 штук для Вики. Вике мы заказываем омегу. Три Форте. И тут, к сожалению, в составе есть крахмал. А крахмал нам не нужен, так как мы аутисты, и специальный протокол у нас питания с Викуськой. Так, омега-3 Форте. 157,79. Это пила я, пропивала ньютоник. Завалялся он у меня, как-то заказала 5 штук. Думаю, о, все, буду пить, ты. И он стоял, я не знаю сколько, тут решила все-таки пропить его. Один уже закончился, еще осталось. Пью я, и муж, и старшая дочь. 157,32. Тут, кстати, очень хороший состав. Тут куча витаминов В. 1, 2, 6 и 12. Витамин А, витамин Е, витамин С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, бетин и янтарная кислота. То есть такой очень хороший состав. Далее, на ночь всегда запиваю все свои БАДы алоэ балансом обязательно, и я, и муж. Артикул 157,39. Вначале он имеет такой легкий, приятный, слабительный эффект, потом организм привыкает, и слабительного эффекта уже нет. Но все же алоэ баланс лучше пить с утра натощак, но мы его пьем на ужин. Не знаю, как-то так получилось. Так, блюбери. Это у нас идет черника с артикулом 157,26. Тоже очень хороший состав. Тоже пропили вот сейчас вместе с вот этим ньютоником. Их можно сочетать. Например, две там на завтрак, две вот эти на обед там и так далее. Их можно все сочетать друг между другом. Прямо в ладошку, прямо запиваете и все. Все отлично, все здорово. Бежим с вами дальше. Так, средство для чистки духовок и плит. 30-120. Уже не буду про нее очень говорить, он у меня в каждых пустышках, значит, нравится. Чистящий крем универсальный, 30-253. Концентрированные средства для посуды, антибактериальный компонент с очень оригинальным ароматом, эвкалипт и арбуз, очень нравится, 30-103. Далее, гель для профилактики и засоров, очень помог душевую спасти, 302-44. Ну, волосы у нас у всех длинные, поэтому выпадывает много, поэтому, ну, вот так вот бывает, что засоряется очень хорошо. Биосредство моющее, это мы и моем пол, 108-97, он идет с натуральным цитрусовым маслом, поэтому очень приятно. Средство чистящее универсальное для ванной комнаты 112-20, отмывает все. Крем-паста для чистки металлических поверхностей, ее у нас вообще очень редко мало уходит, потому что у нас металлических поверхностей раз-два и обчелся. Два крана и одна мойка на кухне. Все. 30-058. Отмывает хорошо, но мы замачиваем, как бы замачиваем. Дальше биогель для очищения туалета. В этот раз что-то побольше. 108-98. Далее средство. Я его столько много трачу, потому что наливаю в робот-пылесос пополам с водой. Артикул 301-36. Универсальное антибактериальное средство без запаха. Он идет против бактерий, против вирусов. Он эффективно дезинфицирует поверхности приборов, гаджетов, полов, мебели, оргтехники, игрушек, обуви. Удобен в период обострения вирусных заболеваний. Просто вот обрабатываем все ручки, воздух в квартире и так далее. И очень-очень хорошо. И также наливаем в робот-пылесос его. Он его не забивает, с ним все хорошо. Далее, концентрированный гель для мытья посуды, сочный грейпфрут. Тоже очень понравился. Артикул 30098. Кондиционеры пошли. Тут, кстати, в чате в продуктовом нашем был спор, что они жидкие. Так они всегда такие были. Я не помню ни одного густого кондиционера. Реально ни одного. Запах у них очень сильный. Артикул 118,55. Вот мой самый-самый любимый 118,53. Пишите, какой у вас любимый. Дальше. Концентрированный гель для стирки для темных тканей. Раз, два. Артикул 118,41 очень нравится. Концентрированный гель для стирки для белых тканей. 118,42. У нас тут проходил массаж. И, конечно же, старое простыни, еще что-то, мы все им стираем. И могу сказать, что ушло его тут много. Потому что пока папульке, пока мамульке, пока мне, пока Антошке, господи милый, массаж.
массажист. Ходил 6 дней подряд, потом сказал, что ногу вывернул. Ну, надеюсь, что он быстро выздоровеет. Вот. Ну, по пульке мы только вот 6 раз успели проделать. Но это каждый раз 6 простыней, потому что друг после друга мы все равно их меняем. О, еще Викуська ночью уплывает. Артикул 118-43 для цветного белья. Концентрированный гель для стирки 118-40 для стирки особых тканей. Да, вот столько мы потратили. Но смотрите, мы меняем постельное белье. Я люблю менять через день. Мне очень нравится. Далее пена для бритья. Дефектолог опять начала заниматься с Викуськой. То есть стыдно признаваться, но пену для бритья мы используем для занятий. Муж ей не пользуется абсолютно. Она ему понравилась, все здорово, но из-за того, что у него много родинок, которые он срезает, потому что не видит, где они, когда наносит пену, он пользуется гелем из-за этого. 200 мл, 0,5-33 пена, обалденный аромат. У нас дефектолог, когда с Викуськой занимается, она просто не может, как ей нравится. Вот поэтому такая череда накопилась. Далее, гель для бритья блокбастер, нормальный, стоящий гель, но все-таки муж мне сказал, что восьмой элемент лучше. Артикул 27.16. Так, шампунь-бальзам. Очень, кстати, классный и достойный шампунь-бальзам, но все равно мы Викуську сывороткой кончики смазываем на всякий случай. Артикул 26.90. Любимый шампунь мужа, единственный любимый шампунь мужа с перитионом, цинка, зеленый чай, контроль над жирностью. Артикул 13.03. Шампунь двойное питание с аминокислотами, технология зимняя терапия. 250 мл, артикул 77.72. Ну, могу вам сказать, что он мне действительно нравится, классный. Действительно, антистатика хорошо работает, все здорово. Беленький, легонький, аромат приятненький. Гель для душа мужа. Как шампунь он его вообще не использует. Артикул 13-12. Таких, значит, как вы видите, две штуки 13-12, которые. И вот такой шампунь у меня закончился. Артикул 28-30. Хорошо моет волосы. Тоже 400 мл, как и гель для душа, большой объем. Понравился такой семейный формат, вариант. Но им голову мою только я одна. Я люблю ходить в душевую, а дочка моя любит ходить в ванную. Вот этот шампунь стоял только у меня. Ну, могу сказать, что волосы после него такие грубоватенькие, хорошо промытые, масочки классно кладутся, и волосы более ухоженные стали. Я прям довольна. За месяц два шампуня израсходовала. Дальше. Зубная паста для чувствительных зубов. Это мой фаворит. Артикул 16.57. Покупайте, даже не думайте. Недавно мы опять-таки провели эксперимент. Викуся заплакала. Зубик. Зубной ночью мы не поведем ее в экстренный, потому что там так мы любим в платные зубные ходить. И, конечно же, мы повели Викуську, а она уже на зубы не жаловалась. Я говорю, нет, не будем ждать, пока снова заболит, удалим. У нее уже коренной полез, а молочный все никак не выпадывал. И вот мы ее прям со всех сторон, ее зубик почистили, этот молочный, прям по-хорошему, два раза сполоскали, выплевывали. И у нее с первого раза зуб прошел, она перестала плакать. Поэтому рекомендую. Артикул 16.57. Очень классно. Тоже тут начали прибираться в шкафу. Я люблю делать заначки, но заначки из такого, думаю, делать не стоит. Артикул 03.96. Смотрю, срок уже через 3 месяца заканчивается. Думаю, о-о-о. Все выставила на кухню, быстренько измазали. Тут 3 кремчика по 30 мл. Крем классные. Первый крем был питание смягчение, второй крем интенсивное восстановление, третий крем надежная защита. Защиту перед уборкой, восстановление после уборки, а питание смягчение, как бы, между прочим, между уборками можно использовать. В общем, классные кремчики, все здорово. Так, что у нас тут? Ага, бальзам Love, маска-бальзам. Действительно, я его все время называю недобальзам, потому что он сильнее обычного бальзама, он действительно как масочка. Неплохой такой вариант, хороший, за волосами ухаживает. Волосы такие легкие, рассыпчатые, пушатся немножко. Вот артикул 27.32, хорош, мне понравился. Так, это Катюшкин, бальзам сила и энергия для ослабленных и склонных к выпадению волосам. 200 мл, артикул 87.47. Это дежурный бальзам. Он очень недорогой, тут 98% натуральных ингредиентов, у него очень натуральный такой легкий классный аромат, и он вот лично для моих пережженочек, у меня волосы сожжены, я обесцвечиваюсь уже очень много лет, наверное, с 19, и сейчас мне скоро 40, понимаете, да, вот это вот пролонгированное разрушительное действие, каждые 2 месяца я хожу, ну я милирование, конечно, делаю, кожу головы не жгу, но все равно как бы волосы-то они, ну, не железные же, все равно на них это все, и ухаживаю, и все, он мне слабоват. А вот у Катюшки, у моей, натуральные, некрашенные волосы. И вот у нее прям очень нравится, хороший, классный эффект. Клевый прям, хороший, классный эффект. Далее, маска-бальзам. Очень понравилась, закажу еще. Это маска-бальзам, крем для чувствительной кожи головы. Артикул 12.75. Это мозг-крем для умывания. Артикул 12.40, 150 мл. Очень понравилось, что он умывает здорово. Но с карандашом, например, таким вот полуводостойким, он мне не совсем понравился. Честно вам скажу, он...
ну как даже выразиться, не совсем хорошо смывает, может быть, с первого раза вот эти вот водостойкие, влагостойкие подводки. Не водостойкие, а влагостойкие подводки. Приходится два раза умываться им, порой третий раз глазки приходится замачивать. Он слабоват, тушь хорошо смывает обычную, а вот влагостойкая косметика нужно подольше. Но на самом деле такая нежность и легкость, мне такое чувство, что я с ним даже помолодела. Он очень такой деликатный, такое молочко, умываешься, так здорово вообще. В общем, 12.40 рекомендую и сама еще закажу. У меня сейчас что-то много больно умывалок всяких разных накопилось. Я по купонам нахватала, сейчас буду их тратить пока что. Это 82.48 масочка, очень классная, с умным кератином, нравится. И еще одна масочка для волос, для слабых и поврежденных волос. Артикул 12.70, 150 мл. Я бы ее назвала дежурным бальзамом для волос. Обычная маска, супер интенсивно пережженные мои волосы, не допитывает. Не допитывает, Катюшке нравится, меня не допитывает. Далее делала массаж. Я проделала вместе с папой 6 массажей. Это идет активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Он и кожу подтягивает, и целлюлитик убирает, и так далее. Но эффект, конечно, заметен. Артикул 12.38, поэтому рекомендую, очень приятный. Ну, это, конечно же, скраб, тонизирующий скраб актив для тела. Он тоже идет антицеллюлитный, но я им просто скрабируюсь вместо мочалки. 12.37 артикул. Очень нравится его цитрусовый аромат. Я прям его обожаю. Так, далее крем-суфле для тела. Артикул 83.68. Вот смотрите, я чуть-чуть оставила специально. Я его открыла, про него забыла. И он вот, видите, в такие кусочки превратился под конец уже. И полбанки. И я потом стала его на себя наносить. Он, конечно, распределяется. Запах у него, конечно, обалденный, суперский. Но, может быть, он и свои свойства качества поменял. Запах, конечно, не изменился, такой кисленький зеленый аромат, очень приятный. Но не лимон, а именно бергамотика. Но я думаю, что долго, больше полугода открытым его просто не надо было держать. 83-68 артикул. Классное, стоящее. Ну вот, загустевает, если открыть и забыть. Так, это новинки абсолютные в моих пустышках. Гель для душа, липовый цвет. Угу. И мылся папа у меня, потому что он у меня пока живет, и слава богу, он его израсходовал. Мне он не понравился. Во-первых, он очень жидкий. Во-вторых, он сушит кожу. В-третьих, он пахнет какими-то березовыми липовыми вениками из бани. Люди прям кайфуют от него, и в продуктовом чате они со мной поспорили. Ну, я не могу, мне не нравится. 380 мл, артикул 20.003. Так, вот этот сейчас еще раз. Ну да, такой земляничный гель для душа, запах, конечно, тоже очень приятный. Написано увлажнение кожи, он меньше сушит кожу, но он ее не увлажняет. Артикул 20.005. Но еще все-таки батареи, и я вам честно скажу, что на лето, может быть, это будет и хорошо, но вот на сейчас, когда зима, когда батареи, увлажнение, даже если тут и есть, то до такой степени мало, что я его не почувствовала. Большой объем, 380 мл, хорошо смывает, запах пота хорошо смывает, очень хорошо пенится, его надо немного, он жидкий, но его надо немного. В общем, мы кайфанули вот с этого вот земляничного, он действительно приятно пахнет, но я все-таки предпочитаю такие ароматы, как пуртужур, например, вот их с удовольствием. В общем, мама с папой сказали, вау, как круто, я говорю, хорошо, я вам еще куплю, они скоро уже уезжают домой, я им сказала, говорю, я вам туда закажу, в Мурагино, говорю, пусть вам привезут, мойтесь с удовольствием, они довольные, прям как слоны, что такой гель для душа, вкусный, я еще им сказала, новинка, они такие, вау, будем пробовать, тут, знаете, блогерами себя почувствовали. Ну, классно, классно, конечно, да, порадовать родителей. И получается, ты не особо этому был рад, а им прям понравилось. Папа говорит, ах, говорит, в баньку захотелось, как вкусно пахнет. Я думаю, ё-моё, вот видите, сколько людей, столько и носов. Кому как, вообще не разберешь. Зубная паста 51-12 детская, 0+. Она, кстати, идет. Освежающая зубная паста нежная малина 89-89. Я ей не пользуюсь, вообще не люблю малиновые ароматы, вообще нисколько. Это, по-моему, свекр со свекровью мне ее израсходовали. Да-да-да. Так, дальше, экстра свежесть тоже не мое, она слишком термоядерная, слишком уж сильно мятная, 22.45, это у меня муж таким балуется, дочь старшая таким балуется, я нет. Так, дальше. Влажные салфетки, ой, сейчас все в соли, поэтому летят только так, их очень много закончилось, но не понесем же мы пустышку из торгового центра домой, понятно, там ведро выкидываем. Артикул 11.434, кстати, стоящие салфетки, ни разводов, ничего не оставляют. Салфетки, как обычно, для интимной гигиены, Викуська берет с собой на занятия, везде я с собой ношу, вот тут в торговом центре тоже в туалет ходила, ну, как обычно, ни бумаги, ничего, я не знаю, что вообще там. 26.07, влажные дезодорирующие салфеточки, 24.69, хорошие. Вот это, конечно, наш фаворит. Они очень крутые, эти салфетки. Артикул 305-52.
Так, влажные дезодорирующие салфетки. По-моему, я их уже говорила. 24,69. Так, 0 плюс салфетки. Вытерла я этими салфетками рот дочери. И у нее вот те места, которые я протерла, покраснели. Не знаю, что случилось. До этого только пуку протирали. А тут решили, ай да ладно, и лицо. Что-то не то, что-то пошло не то. Может быть, на пантенол у нее какая аллергия. Может, еще что-то. Не знаю. Ну, вот, вот так у нас получилось. Поэтому рассказываю вам все как есть. Артикул 304.01. Влажные чистящие салфетки. Моя любовь с антибактериальным компонентом, 30 штук, артикул 305-50. Детские влажные салфетки с экстрактом календулы, пантенолом, витамином Е, все дела, бла-бла-бла, 17,98. Так, это у нас были новогодний набор трусиков, хотела про него рассказать, обещала вам в обзоре. Очень классные, качественные, крутые трусики, очень прямо, мне понравились, очень удобные, классные. Если есть такие еще, берите. В размере XL, артикул 510-100, прям классные. Так, дальше гель для бритья, мое открытие, да, через 2 года после его выпуска, 25-71, крутой очень гель. Предупреждает, кстати, воспаление, это 100% воспалений, намного меньше. Гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера, еще у нас не закончился, 16-44. Гель для интимной гигиены с афродизиаками, артикул 87-22. 22, густой, классный, долгоиграющий, очень вкусно пахнет, все запахи на повал убивает, очень крутой. С ним даже я иногда и подмышки брею. Так, ну прокладки только что вам говорила, опять они у меня в пустышках. Далее, пена для ванны, еще старый вариант, 200 мл, 23,87. Так, это у нас гель для душа Исландия, 17,19. Так. Ну, такой, знаете, сладковато-морской аромат, не мое. Мексика, гель для душа, 17-18, 250 мл. Тоже такая свежесть, ну, какой-то, знаете, пустой аромат, такой морской, свежий, кстати, унисекс. Дальше, мои ручки самые любимые, самые душистые. Кошка малина, 23-88, 3 детских мыла. Крем-мыло для рук, 86-82. Так, еще одно мыло 28-72, увлажняющее с персиком. Кстати, сочный такой, классный аромат персика. Если тут очень вкусный аромат клубнички, молочной такой клубнички, то тут персика. Это миндаль с такой горчинкой сладкой, 28-73, очень приятно. Дальше моющее мыло с хлордиоксидином с антибактериальным эффектом, 27-17. Очень, кстати, классная штука. Так, кончилось пару масел Energy лаванда. Угу. Лаванда 13-41. Energy у нас 12,92. Так, куча детского крема. Маме с папой делали массаж вот этим кремом. Я не знаю, есть ли он сейчас в наличии, но крем просто обалденный. С аргинином и с кремом. Вот их массаж, их и мой. Ну, еще тот антицеллюлитный крем. Шикарно, шикарно, очень понравилось. Папа себя даже лучше стал чувствовать вот с этой аргининки. Но маме она не очень понравилась. Там на руках, на шее говорит, что холодно. Но он правда такой мятный. 12,79, можно замерзнуть в общем. А вот этот детский крем прям чисто мамулькин. Артикул 16,45. Дальше безумно понравилась маска. У нее пролонгированный увлажняющий эффект. Она очень хорошо ухаживает. 0,045, прям рекомендую. Вот эта новинка Green Karma. Я прям без ума от нее. Тут вы увидите, как я ее наносила, какая она. То есть обычная, просто классная маска. Далее пошли вот такие вот красавчики. Антистресс, Аромио, Энерджи. В общем, это все, что стояло в нашей квартире. Все вот эти вот диффузоры, уже вид потерявшие. Вот они все. Это полные упаковки. Это тоже полные. Все в пыли. Ну, конечно, больше всего мне нравилась Сакура Матча Тео. Сейчас я больше всего везде наставила Sparkling Lights. Вот у нас квартира 7 комнат, кухня 8, коридоры и так далее. Я везде-везде их в каждую комнату натыкала. Везде, в каждую комнату. Вот поэтому их так много. Дальше, не знаю, есть он в наличии или нет еще, но очень рекомендую, если есть. Прям 10 штук берите. Артикул 17.01. Это бальзам первая помощь, который успокаивает раздражение, снимает покраснение кожи, зуд, а также любое ощущение дискомфорта. Их можно применять при первых признаках воспалений, ожогов, наносить не более 3 раз в течение дня. Уникальный комплекс природных ингредиентов высочайшего качества способствует профилактике мгновенно и подходит даже для гиперчувствительной кожи. Также в составе идет драгоценное органовое масло, богатая полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, который снимает ощущение стянутости кожи, успокаивает раздражение и так далее. В общем, тут и антибактериальное действие, и лавр тут есть, и найоли. Очень богатый состав. Лаванда, экстракт водорослей. Крутая штука, лечит очень хорошо все. Все подряд. 17.01. Это мама у меня пользовалась, свекровь вернее. Да, видите, я ей подписала. Мицеллярка. День. Ей очень понравился этот крем, она довольна. 14.03. Это получается у нас, наверное, умывалка, но вот ни одной русской буквы.
Вот не помню, 14.03. Она очень похвалила, а вот что похвалила, наверное, это умывалка все-таки или тоник. И 14.04 точно дневной крем. Неудобно, конечно, очень неудобно, потому что, ну, ё-моё, ну, нельзя по-русски написать. В общем, Made in France. Дальше. Очень нравится наносить как первый слой под крем, под любой крем, как первый слой вместо сыворотки. Есть сыворотка, наношу сыворотку. Нет сыворотки, сыворотку не наношу, наношу вот этот кислородный бальзам. Так, помада похудей. Половину израсходовала я. И потом, ну, я думаю, всем видно зубки. Вот эти вот зубки. Угу. Вот прям вот раз, вот прям вот два зубик. Вот нижние вот три зубика. Ну, отлично. Еле успела изо рта выговорить. О, Вики, мода жрать помады. Ну, по-другому не скажу. Еле успела сказать, выплевывай быстро, пошли мыть рот. В общем, классная помада, хорошо увлажняла, здорово. Больше половины успела израсходовать сама. 45-77. Елки зеленые. Ой, не могу. Так, что могу сказать? Куркума у меня скоро заканчивается. Так, что там? А, вон она какая. Куркума у меня скоро заканчивается. Я вам скажу, что я очень довольна этой серией. Не было бы у меня перебора с уходовой косметикой из-за купонов, и я бы заказала и прошла бы второй раз этот курс. Обалденная куркума. Хвалю, рекомендую. Крутая. Просто крутая. И кожа ровнее, и цвет лучше, и молодеешь. В общем, все. 28-59. Вот сыворотка у меня. Одна штучка закончилась. Я аж прям все вымазала на себя. Прям вот так вот, вот пальцем прямо там. И еще закончился у меня гель для век пока что один. Да и вообще вся остальная линейка куркумы, я вам скажу честно, там уже практически ничего и не осталось. Сейчас я вам ее покажу, остатки. Можно сказать, что они уже пустые баночки. 28-58 гель для век. Классный, не скатывается. И макияж даже хорошо кладется. В общем, докопаться не до чего, ребят. Вот у меня, значит, сейчас набор, то, чем я пользуюсь. Вот эта вот коробочка. Вот этого, кстати, уже тоже в наличии нет. У меня тоже две штучки осталось, 57,99. Очень люблю вот это очищающее молочко. Я его ставлю наоборот, потому что оно густое, чтобы оно стекало. И вот смотрите, сколько у меня уже куркумы осталось. Совсем ничего. И могу сказать, что линия просто классная. Докопаться не до чего. Ложится хорошо, ухаживает классно. Мне ее полностью целиком хватает. Даже с сывороткой, даже без. Я с нее кайфую, ребят. Вот прям от груди, до лба. Скоро все израсходую. Всю нашу новинку дневного тоже мало осталось. Это тоник, тоже уже чуть-чуть. В общем, мицеллярка. Это 40+, гардерика для шеи, ночное обертывание 0,7-38. И еще вот, видите, когда пользуешься сывороткой и кремом для век утром и вечером, то их не хватает на вот эти две упаковки, вот лично у меня. Мне надо всегда по два, поэтому вот первую партию я израсходовала, сейчас вторую дорасходую. Но их уже в пустышках я показывать не буду, смысла нет, я вам уже рассказала, что я полностью от и до протестировала, и я очень сильно довольна. У меня даже, ну, знаете, вот, ну, как бы нужно же каждый день наносить, но я даже начала забывать наносить каждый день, до чего кожа хороша. Начала даже расслабляться. Уж слишком хорошее действие кремов, я прям довольна. Может быть, кому-то и не так понравится, как мне, но только по той простой причине, что, может быть, у них нет таких проблем, как у меня. Да я вот прям оценила. Такая у меня коробочка прозрачная, я достаю, начинаю за собой ухаживать. Что-нибудь закончилось, пополняю. Так, это парфюмерная вода by Valentin Budashkin Gold. Это свекровь ей пользовалась, к сожалению, тут артикула нет. Она ей нравится, а я, ну, терпеть не могу. Вот видите, какие разные вкусы у людей. Я помню, мне ее как-то подарила, то ли компания, то ли что. Это крем, тоже его не найдете. И я вот прям, ну, не хотела ей пользоваться. Она говорит, боже, как вкусно, дай мне, дай мне. И с тех времен я ей уже не одну такую упаковку подарила, и она все и пользуется. Мицеллярная вода для снятия макияжа, старая версия 0831 закончилась. Это тоже пользовалась свекровушка, видать, измазала Global Oxygen. Кислородный питательный крем, это на ночь она пользовалась. И увлажняющий крем для лица, это она пользовалась с утра. В общем, классная линейка, я повторю еще, ей еще пошлю. Они же сейчас отдельно в доме живут, и вот, и вот, и вот. Так, абсолютно новая новинка, недавно вышла. Я уже его израсходовала. Артикул 13.38, он идет как спрей, но я его делала на, да, вот такой, видите, спрейчик влажный. У него очень яркий такой кислый грейпфрутовый аромат, сильнейший. Просто аромат это, во-первых, я это обожаю, как кто-то не любит, поэтому предупреждаю, что прям бьет аромат в нос. И плюсом ко всему, что мне не понравилось в нем. Да, качество кожи улучшается, все здорово, все классно, нареканий нет, ругать не за что, но немножко липковато. Я попшикала от лба до груди, и мне нужно потом
еще крем сверху наносить. Но после крема оно уже не липнет. Может, оно как-то там смешивается, не знаю. Но вот это вот BioGlow, вообще линейка классная, но специфическая. Не всем она подходит. Вот мне не подошло, я больше не закажу. 13.38. Хотя такой классный аромат, наверное, и закажу. Потому что 10 аромат нормальный. Я говорю, что не закажу, а потом мне говорят, вы же говорили, что не будете заказывать. Почему у вас это опять пустышка? А вот так вот получилось, захотелось. Мамина умывалка 40+, Гардерика 0747 артикул. Ну и новинка. Стоимостью, по-моему, практически 4000 рублей. Очень дорогой универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов. Мазали папе псориаз, мазали мне псориаз. Ну, честно скажу, что он ушел наполовину. А вот за эти 2 недели, пока мы мазали папу, мазали меня, ушел за 2 недели, но только наполовину. Остальная половина, она остается. Все-таки это проблема изнутри. И я все это понимаю. Вы мне писали в комментариях, что псориаз – это проблема изнутри. Я знаю. Вот мы с папой с этим 20 лет мучаемся. Огромное облегчение. Мажу я волосистую часть головы только, потому что он у меня только там, почему-то в голове, в моей. Поэтому я прям довольна. Signum One. Ребят, покупайте, пользуйтесь. Все, что где болит, какие прыщики, чего, опрелости у детей. Мне кажется, им все можно смазать. Мазать. Мне кажется, что он универсальный. Вот артикул 158.15. Просто чудо-гель, чудо-вещь. Специально его вам тут оставила. Немножечко показать. Такой вот он густущий, классный и клевый. Конечно, с моим словарным запасом мне писать, как мне нравится эта штука. Но я могу сказать, что про него прошло уже куча обзоров, вебинаров, и люди просто некоторые со слезами на глазах рассказывают, как они решили все свои проблемы. Поэтому вот этот универсальный биорегулятор живой ткани на основе сигнальных пептидов должен быть, мне кажется, в каждой аптечке. Очень классная штука, классная штука. Все, мои дорогие, пустые баночки подошли к концу. Желаю вам быть здоровыми, красивыми, богатыми. У нас в этом каталоге открылось несколько директоров. Бриллиантовые открылись, рубиновые открылись. Поэтому и вам тоже роста, удачи, везения и во всем вдохновения.